Уважаемые сеньоры, мое почтение, Трещеев Алексей Николаевич. Он шел безропотно тернистую дорогу. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь за этот грешный мир, порока тьмой объят. За ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века, или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О нет, не верю я, не вовсе заглушили в нас голос истины, корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учения Христа. Спасибо.